ты уже уронил? Я? Я вообще только квартиру зашел. Это Даня, наверное. Даня! Даня! И тут ничего. У тебя минута максимум, пока не зашла мама. Минута для чего? Чтобы вот это все убрать. А я, наверное, и пойду. Не хочу слышать то, что она тебе сейчас скажет. Это еще что такое? М-да, не успели. Стоп! Никто никуда не идет, пока я не пойму, кто это натворил. Конечно, Даня. Прости, сынок. Это все не важно. Интересно, где сейчас сиреноголовый? Ты что, надеялся найти коробку с двойным дном? Так, подождите. Во-первых, ты что, его не наругаешь за вот этот весь бардак? А во-вторых, Дань, ты что, хочешь найти портал к сиреноголовому? И ты что, не будешь ругаться? Нет. А чего ругаться? Я бы тоже сейчас не отказалась найти тот ящик. Вы уже здесь? Мне кажется, или сирена уже в доме, а не во дворе? Очень на то похоже. Но это же невозможно! Невозможно? Не знаю, я уже ни в чем не уверена. Где Даня? Смотри! Что случилось? Что со мной? А что если вернуться в лес и попробовать его найти там? Ну, мы это уже пробовали и ничего не получилось. Не могу поверить, что вы это все серьезно. Бред какой-то. А ты помнишь, как сиреноголовые сбежали из коров? Это когда их было много-много-много маленьких. В общем, я вообще не знаю, что с ними делать. Напишите в комментариях, можете их все-таки оставить дома? Вот так. Слушай, а ты уверен, что мы можем включать эту микроволновку, пока у нас целая армия сиреноголовых дома? Но пока они похожи на хомячков, они не опасны. Не уверена. Ну, а что с этими схемами? Она же была не одна, правда? И вообще, твой папа в курсе, что она означает? Весь день не могу до него дозвониться. Весело. Что ты проголодался? Так, а ты вообще закрыл коробку? Ну, конечно, они никуда не денутся, можете даже не сомневаться. Это, конечно, классно, но только нам теперь нужно решить, что с ними делать дальше. О, а пусть они живут в коробке. Ты шутишь? Ты права, в той им будет неудобно, нужно сделать дом побольше. Даня, ты мне поможешь? Конечно, может, давай сделаем домик из лего? Или прогрызут? Даже не знаю. Стоп! Вы вообще о чем? Я имела в виду, как нам их отправить домой? Ну, туда, где они живут. Домой! Серьезно? Вполне. Мне вот не по себе держать их дома. А таких малышей обидеть я не могу. Не убедила. Даня, давай строить огромный вольер для этой мини-армии. Ой!
О-оу! Сиреноголовые! Бежим! Нет, нет, только не это! Ребят, а помните, как сиреноголовые увеличились? Напишите в комментариях. Так, возможно, подойдут. Дань, где зарядка от планшета? Так. Вот. Стоп, а зачем тебе столько зарядок? Наверное, собирается с ними в лес. Погоди, я что, угадала? Представь себе, а что толку просто идти в лес? Нужно подготовиться. Ага, особенно когда вы с мамой подготовились, а вас сиреноголовые связали. Слушай, их нужно остановить, там же сиреноголовые. Не можем, помнишь, мы не можем встречаться с нами, прошлыми. А где они? Где сиреноголовые? Их нету на поляне! Помогите! Роб! Это что еще за шаманские танцы? Не знаю, но если это ритуал жертвоприношения, то кажется, я знаю, кто жертвы. Только не это! Хорошо, что Даня остался в укрытии! Надеюсь, они его не найдут! А что будет с нами? А, какой отвратительный хор! Слышала? Они, то есть мы, где-то спрятали Даню! Да! Да, получается, нам только нужно спасти себя, понимаешь? И тогда будет все хорошо. Кажется, гроза начинается. Это не гроза. Нам крышка! Так вот, держи. Пап! Никуда не уходи, а у меня идея. Так, держи, я скоро вернусь. И что мне с этим делать? Вы куда вообще? Стой! Ты ничего не слышала? Нет. Странно. Наверное, показалось. Что? Что тебе показалось? Не знаю, но знаю точно, что не показалось. Подписки! Слушай, ты можешь не говорить загадками, а? Попробую. Ребята, у меня к вам серьезный разговор. Есть те, кто смотрят наши видео без подписки. Посмотри, может это ты? Тогда просто нажми на кнопочку «Подписаться». Слушай, мне только что такое показалось. Дай угадаю, сиреноголовый? Угу. Мы что, сходим с ума? Еще нет, но тогда в заброшке думал, что точно ку-ку. Это когда мы попали в их мир? Ага. Это все. Что все? Что все? Костлявые вернулись! И принесли динамик. А Даня? Его нет. Так может он успел убежать? Или? Никаких или! И нам, кстати, тоже нужно выбираться. Ну как? Туда! Что делать? Что делать? Страшно, как вспомню. Ром? Ир? По-моему, со мной что-то не так. Я пропадаю. Мам! А где папа? Он исчез. В смысле исчез? Вот так. Мам! Это все не по-настоящему. Этого просто не может быть. Ура! Мы дома! Слушай, у нас получилось, но если честно, я до последнего не верила. Только есть один вопросик. А что дальше? Ты о чем? А ты сама подумай.
он очнется. И что потом? Здесь будет жить? Или его где-то спрячем? Вот только где спрятать эту махину? Да, я об этом не подумала. А, слушай, а может давай поселим его в гараже твоего папы? Гениально! Нет, ни в коем случае! Ну, согласна, идея так себе. Но меня вообще-то беспокоит еще один вопрос. Почему он все время рвется в лес? Почему не может надолго остаться у нас? Вот блин, я только сейчас вспомнил. У сиреноголовых особая связь с лесом, а виброшумы города вредят им. Короче, им нужно время от времени подпитываться лесом. Паршиво, получается, нам нужно вернуть его в лес. Или в какой-то другой лес. В какой другой? В другом городе или в другое измерение? Или на другой континент, где очень густые и непроходимые леса. В леса Амазонки? Да, думаю, это единственный вариант, особенно в данный момент. А Дане мы об этом расскажем? Думаю, да. И может когда-нибудь... Отправимся в дикие леса Амазонки? Не хотелось бы. Так вы же мертвого уговорите. Пора. К сожалению, нам уже нужно прощаться. Я выставила точку назначения. Не думал, что мне будет грустно. Ненавижу эти сцены прощания. Ну вот и все. Надеюсь, ты рад. Показалось. А все остальное? Что было на самом деле, а что нет? И где родители? Ребята, напишите в комментариях, буду ждать. Всем пока-пока!